Доброе утро! Этим видео я начинаю сезон пеших походов по Израилю. Лето прошло, уже даже прошел в Иерусалиме первый дождик, капельки. Поэтому мы начинаем пешие походы. И сегодня мы отправляемся в место, в котором я был единственный раз лет 6-7 назад. Это ручей Нахаль-Прат. Поэтому решил его конкретно пройти и описать, и показать в блоге. Вот. Сейчас время у нас уже почти 10 утра. Мы начали наш поход вот там, вот в ущелье, в поселке Нофей-Прат. Так что будет интересно, мокро, как и в прошлый раз. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И идем вместе в поход. Козы в русле – это, как сказать, реальность, с которой нужно смириться. Но они есть не на всем маршруте, а лишь в некоторых участках, и в воду они, как правило, не заходят, а погрызают всю эту траву. Козы, козы, сверху козы, внизу козы, везде козы. Ручей Прат течет круглый год. Круглый год здесь есть вода. Соответственно, постоянно здесь зелень. Летом и зимой сюда можно прийти искупаться, освежиться при любых условиях. Полно всяких запруд, маленьких водопадов. В некоторых участках надо идти по воде. В общем, это сплошной кайф, удовольствие. Единственный недостаток, может быть, этого маршрута, что в конце, в любом случае, надо будет подниматься в горку по солнцу без тени. Ну, пойдем искупаемся. Если внимательно смотреть, где идете, то можно увидеть, что здесь проходит остаток древнего акведука. Вот он, вот он, вот он. И здесь заканчивается, обламывается. А потом опять продолжается. Вот кусочек и уходит туда под камни. А вот там наверху, если приглядеться, просто заросли хацавы, морской лук. Он цветет в конце лета, символизируя окончание лета и начало осени. Еще один переход по воде, теперь опять на другую сторону, по красоте, по зеленой, среди камышей и тростников. Еще одна естественная запруда с таким шикарным водопадом. Есть тут на маршруте чуть-чуть скоб, чтобы было не совсем скучно. Вот и вниз.
пещера. Неглубокая, прохладная и тенистая. Порой вот так поднимаешься на стену, идешь буквально по тропинке сантиметров в 50. С одной стороны стена, с другой стороны русло. И держишься за скобы. Вот стена, скала, скобы, и где-то внизу русло, в камышах, в тростнике шумит. Чей-то трупик какой-то зверюшки, выдры, нутрии, и воняет хорошо. Холодная вода, и говорят, что я очень смешно лежу. Я не знаю, в чем это заключается. Если залезть в реку, то рыбы вас будут поедать живьем. Мы идем сегодня короткую версию маршрута круговую. Мы почти заканчиваем. Сейчас будем подниматься вот туда, на самый верх. Вот по этой тропинке. Так вот лежу я порой на диване, смотрю всякие фильмы про покорителей Джомолунгму и Эвереста и прочих вершин. Думаю, молодцы, ребят, я знаю, это тяжело. Я что же так смогу? И лежу довольный. И потом оказываюсь в таком походе, как сегодня. Начинаю подниматься наверх. Ёпта! И думаю, ах ты ж ё, диванный ты скалолаз, альпинист. Сдох на подъеме. В общем, на сей веселой ноте я хочу сказать, что мы закончили наш маршрут. Сейчас самая неприятная и тяжелая часть. Подъем наверх от русла. А вы подписывайтесь, спрашивайте, пишите комментарии, ставьте лайки. Маршруты, все подробности, карты, все подробности этого маршрута будут по ссылке в описании. Так что все. За сим. Bye.